Всем снова привет, с вами Дагуот, это Диабло, сезонный поход я выполняю. Я решил взять истязание один сложность и попробовать прогуляться с чуваками в поиск, ну, при зачистке Нефалемского портала. В конце концов, даже если будет больновато, вполне возможно, что чуваки несколько помогут в этом плане. Ну или просто веселее бандой, по большому счету. Ну, в общем, я думаю, коллективно с дюжим вполне может быть даже не только Т1, а и побольше сложность. В конце концов, почему бы нет? А там посмотрим. Пока как-то достаточно весело идет. Видимо, если сейфово пытаться играть, то вполне можно и на Т1 бегать. Моя смерть близка. Ну, чувак, Лего, спасибо. За Лего я схожу легендарный амулетик. Замечательно. Вот это я хорошо зашел так. Очень хорошо зашел. Я только бегаю. Успеваю собирать какие-то остатки голды, которые чувак не добил. И какие-то шмоточки интересные. Не, ярко, ярко, весело получается. Главное не сдохнуть. Как всегда. Ай-яй-яй. Хватит взрываться тут со мной. Да, а вот тафнеса все-таки не хватает. Слиганца. Ну класс, на самом деле. Первый этаж уже 78% шкалы заполнено. Прекрасно. Что сказать, очень прекрасно. Да, народ есть, народ в Диабле есть. При том, что типа люди не играют в Диаблу сильно, Диабло не та и все в таком плане. Заходишь в мультиплеер, и все время кто-то есть. Вы там легендарок не надропали мне каких-то? Кстати, под варвара мне нет у меня бафов от него, жалко. А теперь еще интересно, где будет спавниться портальный чувак. Это пока не страж портала. Возле меня, да? Нет, не возле меня. Возле меня таки, ну да, прикольно. Замечательно, еще один амулетик легендарный. Да, это было быстро. Это было быстро, учитывая, что не вся пати, не все 4 человека что-то делали. Тем не менее. Круто. Очень круто.
Так, ну что, надо в город и распечатываться. Два амулета, блин. Хоть один да должен быть хороший, я надеюсь. Лорат, до меня не доходило вестей от храдримов, которые так, что тут у меня? Сковосские острова. Не мудрено. Ничего хорошего. Сковос опасное место. Страшно подумать, жаль, что кто-то еще из нашего ордена мог попасть в беду. Мы все понимали, что идем, Тираэль. Но мы верим в возрождение храдримов. Моя сила возросла. Так, что мне дали? Мне дали инта, живучесть, крит шанс, дата всех ресурсов, показатель шипов. Когда герой оглушает противника, он призывает темные отражения. Эффект срабатывает не раз чаще, чем 30 секунд. Окей. Легендарный амулет. Урон от имени использующих яд увеличен на 20. Живучесть. Ну такое. А это можно и одеть. Чё? У меня просто реген был, разве что. Ну, реген такой. Так, окей, это сюда. Ну что, чуваки, это было прикольно. Побежали дальше. Есть. Ну вы там собирайтесь, я пока начну. Я пока начну. Да ну просто пипец. Да, как-то в мультиплеере дроп сильно поярче, чем... Или просто потому, что ты один я включил уже наконец-то. Да, меньше ты один вообще бессмысленно ездить. Судя по всему. Трое чем-то тут занимается, а вот и варвар пришел, который тут всех просто убивает быстро. Да, варвар молодец, нечего сказать. Просто пришел, увидел, убил, называется. Тут их банда целая. Нужно подождать. Круто! Вот это реально прикольно. Это невозможно. Да ладно, все возможно. В нашем мире все возможно. Было в желании. Эх, я тут сейчас камней насобираю, я чувствую. Так, еще один остался, да? Все, нет. Ну это просто мега жир. Я таких россыпей давненько уже не видел, так что несколько сразу
вот таких вот достаточно жирных, упитанных гоблинов. Позитив, в общем, я рад. Я очень рад, что я сюда заглянул. Сейчас бы это все побыстрее пропылесосить. Да. Ну, клево, что сказать, клево. Тут еще легендарочка, блин, та. Напоминает мне, что в свое время мы когда-то давным-давно на заре пиратских серверов Lineage 2 играли в ту самую линягу. Стоишь себе там на каком-нибудь жирном споте, где удобно, лучником отстреливаешься и не лутишь ничего. Вот после пары часов, ну и периодически убиваешь тех плееров, которые прибегают и пытаются это дело у тебя забрать из-под носа. Вот после пары часов вот такого вот кача, когда все усеяно было, в те времена, когда просто луч не пропадал лежащий на земле, а просто лежал, пока сервер не перезагрузится. Вот можно было где-то такое же видеть. Ну, можно было, конечно, и побольше, там было, в принципе, иной раз вообще свободного места не было на земле. Эх, были же времена. Так. Так, а мои подельники, похоже, до сих пор в пылесосе тут гоблина надропалось. Да, чувак прыгнул на меня с города, значит точно в город летал, потом тут был холовый. Да, сколочка в кровавых так и надропалась нормально. Лё, хватит меня тут убивать. Еще одна легендарочка. Благодаря варвару, варвар тут старается, как обычно. Эх, приоденусь, я чувствую. Так, ну что, можно и дальше бежать. Забрать немножко голды, видимо, той, которую варвар тут наколедовал для меня. Как-то он немного голды тут наколедовал для меня в этот раз. Уже? Какая прелесть. Я уже перегружен. Так, ну что тут? 4% осталось. Ну ты... И в город разгружаться, потому как это займет какое-то время. Я долго искал это знание. Так, бегом в город, пока тут пацаны не позакрывали все. Есть все, что не нужно, попилить сразу же. Что пацаны любят по-быстрому закрывать эти порталы. Да. Как я и говорил, только я вернулся для того, чтобы немножко пособирать остатки несобранные, как чуваки тут, как тут. Все уже успели позакрывать.
Так, итого, по результату забега в этом портале я получил целых 3 легендарки, одну сетовую. А, 4 легендарки, 2 сетовые. 2 рецепта. Ну, остальное всякий хлам. Так, это выучить. Да. Это выучить. Ну и теперь самое вкусное осталось. Распечатать. Посмотреть, что я с этого могу прицепить на себя. Так, ну это будет хороший грудак, если его вставить затарить камнями. Ну, в общем, наверное, я сейчас этот и использую. Да. Ну и пока будет как-то так. Остальное я просто потом посмотрю, какие там сетовые бонусы дают эти все штукенцы. Так, а здесь можно, кстати, одеть какое-то колечко, да? Да. Колечко уже надел. Крит шанс. ХП при ударе. Интеллект. Да. Шикарно. Просто шикарно. Так. Затарка камнями такая. Вот как, собственно, камни фармятся в огромном количестве. Надо просто лишь взять и... Мой союзник ушел. Но и враги. Ну и зря мой союзник ушел. И просто устроить геноцид гоблинов каких-то очередных. Враги стали сильнее. Так, ну что, 2 левела я успел апнуть за этот забег. Он был не настолько быстр, как предыдущий. Потому... И сейчас он не факт, что будет быстрый. Наш варвар сбежал. Тем не менее, вполне можно дальше бегать. Насобирать еще какое-то количество камушков великопортальных. Ну и податься потом по великим порталам. Это мы эту Тия Алай качаем, судя по всему, 44 левела. Ленивый вариант. Это создание умрет. Но он тоже достаточно шумненько втроем получается это дело. Ну, по сравнению с тем, как я соло бегаю. Как мне вовремя откинули, что мне не нужно особо отбегать. Красота. Видимо, там чуваки. Ай! Ай-я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 й! Уйди ж ты отсюда, блин! С этими ловушечками. Мне нужна помощь. Да-да-да-да-да, мне нужна помощь срочно. И хилка в откате. Да ёперсете, отстаньте! Что гоблин этот? Где гоблин? Гоблин, ты где? Мне пригодится свежий дом.
Минус гоблин. Да, тут какой-то, блин, какой-то просто локальный филиал Армагеддона происходит. Количество мобов просто все возможные и невозможные. Уровни зашкаливает, я бы сказал. Фух, блин. Это было так непросто, я бы сказал бы, непросто. Чуть-чуть у меня не сработала пассивочка на предотвращение смерти. Вот и мобы закончились. Да-да. Он самый. Да, кстати, в великих порталах, в нефалемских порталах неплохо так начинает надропываться проку чашки отражения, которые бонус дают к XP. Должен быть выход, точно. И здесь нет выхода. Ха-ха! Он возле входа, похоже. Нет, и тут нет. Где ж проход-то? Где-то в этой части, видимо. Да, прикольно. Вроде практически всю территорию исследовали, а не очевидно, где находится выход. Вот здесь и здесь нет. Наверху, я понял. Ну, хоть пропылесосил. Не самый эффективный вариант, на самом деле, когда вот так все вместе бегают. И тут нет. Но зато прикольно получилось, зачистили территорию полностью на этом уровне. Мах, как всегда, прыгает со своими телепортами. Это здание умрет. Нужно
Да, кстати, похоже, в конце этого забега смело можно будет начинать тратить осколки опять. Ну или податься в соло прохождение Великого Портала. Как раз таки немножко увеличить максимальное количество потенциально возможных осколков в бэкпаке. Да пипец, на едочке прямо застрял. Чуваки, наверное, смотрят, что у меня здоровье просто туда-сюда летает постоянно. И думают, пипец, вот это он сумасшедший. Они, наверное, не знают, что у меня в принципе регена нет пассивного. Ай. Интересно, как можно... А, у меня уже место закончилось, у понятно. Меня нет места. Ну ладно, окей. Раз у меня нет места, придется такие, как бы, тратиться уже. Сори, чуваки, придется вам без меня пока продолжать. Так, я хотел перчатки какие-то насобирать. Да. Тебе это очень подойдет. Вот с первого попытки сразу перчаточки легендарные. Наручи. Обязательно возвращайся. Интересно, у кадалы древние бывают шмотки или нет? Здоровье при ударе. Жалко, конечно, терять эту тему. Но что делать? Что делать? Так, есть. Дальше. Плечи. Еще раз плечи. Я даже не знала, что у меня есть такое. Плечи, да, древние предметы бывают у кадалы тоже, оказывается. Правда, плечи эти сейчас мне не особо заходят. Но, тем не менее, чё. Увидимся. Прикольно. Теперь я знаю. Что? Я даже не знала, что у меня есть такое. Ну, зря ты не знала. Да блин, пацаны, ну что ж вы такие быстрые, ёлы-палы. Где убили-то этого? Это просто беда. Дайте хоть легу забрать. Естественно, места у меня нет на нее, да? Где камень? Где убили пацана? Ну, это просто звездец с этими, блин, дятлами. Вот поэтому я не особо люблю вот такими случайными чуваками. Я на халяву прошелся портал. Помогал убирать. Не, ребята, это как бы... Это вы без меня так играть будете. Это просто фигня. Так, ладно, древнюю фигню я туда пока поставлю. Мой союзник ушел. Да-да. Враги стали слабее. Похоже, не я так один подумал. Похоже, не только я один так внул. Вот, замечательная корона выпала мне. Которая очень сильно лучше того, что у меня уже есть. Ожившие оживления теперь поглощают все трупы, но воскрешает прислужника, который носит на 133% больше урона за каждого поглощенного труп. Ну, в общем, если бы я еще оживлением использовал. А, я использую оживление. Появился союзник. Да, кстати. Но и наши враги стали сильнее. А вот это неплохо, чувак уже с 259-м парагоном в сезоне. Так, теперь еще подумать, что тебе за камень ставить. Раты всех ресурсов. Опыт не нужен. Золото не нужно. Усиление всех умений. Здоровье.
Ну, видимо, пока желтый камень я сюда ставлю. Так, ну что, я думаю, мой сбор камней пока... Пока продолжу я свой сбор камней, в общем. Корона никуда не уедет, она будет стоять, ждать нужного момента. Я просто собираю необходимое количество камней для того, чтобы скрафтить топовые вот на интеллект. И тогда будет сразу поинтереснее, я думаю, мне. Но этим я буду заниматься как бы позже. Наверное, попробую пройти великий портал соло. С вами был Дагод, всем удачи, всем пока.